без ограждения, для безопасности. Детки маленькие бегут. Они сразу же находятся. Шестой дом по улице Карла Маркса 1957 года постройки. За 50 лет капитально не ремонтировался ни разу. Работы начались прошлой осенью. Летом 2017-го активно возобновились. В настоящее время подрядная организация в достаточном количестве там, работников осуществляет ремонт. То есть к настоящему времени ремонт кровли закончен, ремонт торцевых торцов фасадов закончен. Мало того, они утеплены. Я думаю, что жители, особенно торцевых стен и квартир, по достоинству оценят зимой этот ремонт. Вот, значит, дальше, значит, что сделано? Закончен ремонт подъездов. Заменены лежаки в подвалах, ХВС, ГВС, канализация, отремонтировано подвальное помещение. Вот. И в настоящее время сейчас с жителями, по просьбе жителей, опять же, произведена замена материала, то есть стальные трубы отопления будут меняться на полипропиленовые. Вот. Соответственно, сейчас вносятся изменения в проект, ну и, соответственно, там, в течение месяца эти работы тоже будут закончены. По Раменскому району в программу капитального ремонта включены 100 домов. Одновременно выполняется поручение губернатора по ремонту подъездов. Делают на данный момент все уже качественно. Никто нас уже не бросает, как это было раньше. То есть, если раньше нас могли бросить на месяц, на два, там даже на несколько месяцев, сейчас это уже практически невозможно. То есть, делают все хорошо. Вот, с завтрашнего дня, я надеюсь, начнут инженерные коммуникации уже делать все по-новому, вот, новые хорошие трубы ставить. Вот, потом будут электрику менять. Вот, на данный момент уже закончен ремонт в подъездах, все подъезды у нас отремонтированы. Жители, в принципе, довольны, потому что дом преобразился, вот, жить уже стало лучше, жить стало... Ну, более, да, можно и так сказать. А я смотрю, новые окна у вас стоят. Да, поставили рамы, поставили новые, да, поставили рамы новые. Покрасили, стены покрасили. Так, они сделали, в смысле уборку делали в подъезде. Сделали, покрасили, побелили. Они это да. Уютнее стало? Ну, конечно, естественно. Во время ремонта подрядчики прислушиваются к просьбам жителей. Например, трубы будут менять на новые пластиковые. Замену инженерных сетей коммуникаций, которые на самом деле они стали ветхими и требуют капитального ремонта. И на сегодняшний день эта работа проводится, и это будет большим подспорьем для жителей, которые здесь живут, да, и у них не будет головной боли ни по системе отопления, ни по качеству подаваемой воды, потому что от труб тоже зависит, какое качество воды подается. Самое главное из того, что мы сегодня видим, что работа ведется, что она практически на завершении. Да? Плюс ко всему к этому, значит, уже управляющая компания, опять же, благодаря тому, что мы в программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева по ремонту подъездов многоквартирных жилых домов. И на сегодняшний день у нас хорошие отремонтированные подъезды, которые радуют жителей вот этого дома. Андрей Пластунов, Ольга Скрябина и Алексей Гущин для программы «Городские вести».